объявляется вам, народы, племена и языки. В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, зевницы, гусли и симфонии и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тот сейчас брошен будет в печь, раскаленную огнем! Мое послание называется «Господу Богу поклоняйся и Ему одному служи». Принципы в себе формирует с детства каждый порядочный человек. Они есть у политиков, врачей, ученых, интеллигентов и даже блатных. И, конечно же, есть у тех, кто верит в Бога. Но разница в том, что настоящие верующие их формируют на основании самого важного и авторитетного для них источника – Слово Божьего. На земле эти принципы, если их исполнять, обеспечивают нам и нашим потомкам благословение. А это здоровье, процветание, успех и счастливая семья. Эти принципы Бог дал израильскому народу на Синае в 10 заповедях. А Иисус Христос, Мессия, Сын Божий, в проповедях и учении. В них прослеживается одна очень важная заповедь для человека, которая звучит так: «Господу Богу одному поклоняйся и одному Ему служи». Это первая заповедь из 10, которую повторил Иисус во время искушения в пустыне. Есть беспринципные люди, те, кто кланяется кому попало и чему попало, а есть те, кто говорит, что не кланяется никому. Но это часто до первого страха. А со страха готов человек поклониться и самому дьяволу. Есть поклонение добровольное, из симпатии, а есть по принуждению. Конечно, можно кланяться, держа пальцы скрещенными, или фигу в кармане скрутить, давая понять, ну да, я был вынужден. Но, слава Богу, есть такие люди, как Иосиф, который, желая сохранить принципы, убежал от блуда, был обвинен в попытке изнасилования и посажен в тюрьму. Или Даниил, который продолжал молиться, открывая окна, невзирая на жесткий запрет властей, и за это был брошен в львиный ров. Или отказавшийся кланяться Аману Мардохей, для устрашения которого поставили виселицу. Или Иоанн Креститель, который мог бы быть другом Ироду, но не мог закрыть глаза на его беззаконие и обличал его, и за это лишился головы. Ну, а для трех юношей, Сидраха, Месаха и Авдинага, специально разожгли печь сильнее. Они ее видели, а еще видели, как все хором упали перед идолом, но у них были принципы, и они были жестокие. Они сформировались еще там, в царском дворце, когда им, пленникам, попавшим в милость к царю, предложили покушать с царского стола, ломившегося яствами и винами. Они отказались и предпочли скромную пайку обжорству. Они отличались мудростью, знанием, потому что направляли всю свою энергию не на то, чтобы тащиться от наслаждений, а на то, чтобы угодить Богу, познавать науки и молиться, чтобы иметь сильный дух. Для испытания ты должен готовиться. Его не проходят пресыщенные, самодовольные и тупые люди, а только те, кто живет жизнью смирения
и воздержание. Испытание было жестокое, но и принципы у них были не мягкие. Когда раздался звук духового оркестра, и большинство упало в поклонении идолу, были трое, которые остались стоять, и специально для них церемонию повторили. Но они были непреклонны. Им было все равно, что делают идолопоклонники, или запуганные малодушные люди, или те, кто за еду готовы кланяться кому попало. Их принципы были как стальные пруты. Они не сгибались, но вот и расплата. Они пошли в печь, специально для них раскаленную. Там, в печи, появился тот, кто приходит в последний момент к людям, для которых принципы – это не пустой звук. Он приходит, чтобы спасать. Это Господь Иисус. Он и защитил их от огня в раскаленной печи. Царь забыл о торжественном собрании, о идоле, о церемониях и хотел видеть, почему они не горят. Ну, разве что веревки у них на руках сгорели. И он увидел, что есть тот, кто больше, чем золотой истукан. Это Бог богов, Царь царей. Он Бог, сотворивший мир, все, что в нем. Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-то нужду. Сам дает всему жизнь и дыхание. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем, движемся, существуем, мы Его род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту, серебру, камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем и повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством Иисуса, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Мысли царя изменились. Теперь идол уже не нужен. Религию меняют. Пусть все поклоняются живому Богу Сидраха, Месаха и Авдинага. Вокруг нас. Мы все когда-то и кому-то поклонялись. Кто-то склонял колени перед наркотиками, кто-то перед авторитетами и талантами, кто-то боготворил природу или тварь вместо Творца, а кто-то самого себя. Но познав Иисуса, мы получили доступ к Богу живому, который есть Творец Вселенной и который первую заповедь дал всем. Господу Богу одному поклоняйся и только одному Ему служи. Давайте, придерживаясь принципов, поклоняться и служить Богу. В этом есть благословение, и не только для нас, но и для всех, кто нас окружает. Аминь.